На платформе Калинина состоялся профилактический рейд, направленный на повышение уровня безопасности на железной дороге. Сотрудники администрации вместе с представителями линейного отдела полиции напомнили пассажирам о правилах перехода через пути. 2 ноября на перегоне между платформой Калинина и станцией Расторгуева произошел несчастный случай, в результате которого погиб человек. Невнимательный пассажир находился на путях и не заметил приближающегося поезда. От полученных травм гражданин скончался. С начала года у нас в Ленинском районе на железнодорожных путях погибло уже 7 человек. Вот. По сравнению с прошлым годом на один меньше. Со своей стороны администрация делает все возможное, чтобы свести к минимуму количество трагедий на железной дороге. И в очередной раз напоминает людям, что объекты инфраструктуры – это место повышенной опасности. Переходить пути можно только по специально оборудованным переходам и на разрешающий сигнал светофора. Но это хорошо сделали. Иначе прыгали, но все равно и сейчас прыгает он. Напрямую кому не хочется жить, наверное. Также в целях недопущения несчастных случаев службы округа ограничивают несанкционированный доступ к железнодорожным путям с помощью специальных ограждений и установки заборов.